Дэд Бонд возвращается к жизни. В клипе адреналиновый укол. Ёбаный в рот, адреналиновый укол. Это Аринка нам, наконец, Ариша, адреналиновый укол в жопу нам сейчас сделает. Спасибо, родная, спасибо за то, что ты в этом мире нас спасаешь своей прекрасной музыкой. Я думаю, клип сейчас будет охуительный. Подруги, друзья, давайте, пора, последнюю станцию нужно сделать. Нужно десяточку окончательно пробить и, может быть, даже перебить топовый донат. Давайте, кто победит Диму Бобика, кроме самого Димы Бобика? Дима Бобик требует, он хочет, чтобы его победили, но он сам себя победит. Победить себя, все превозмочь. Так танцует, что происходит? Зачем она так танцует? Зачем, Арина, ты это делаешь? Зачем? Че за кринж вообще? Адский сатана! Это что такое? Вот это что такое? Вот это что такое было? Что за движение руками вообще? Это что такое, Арина? Что это? Это дурка, это дурка, это дурка. Она реально в дурке. Это в дурке. Это реально в дурке эту музыку слушают. Эту музыку в дурке слушают шизы, шизят. Посмотрите, как отыгрывает вообще просто Ариша. Просто поддержка, родимая ты наша, наша девочка Ариночка попала в плохую компанию. Шизовый подшизил. Зачем? Это так в психушке, что ли, ее это бинтами тянут? Прям беда какая-то, прям беда, беда. Ну, мы уже разбирали, что это под группу Total закос такой, да? Под группу Total такой закос. Ай, ну не знаю, не знаю. Ну это беда, конечно. Это прям беда какая-то. Прям вообще мощная беда, шизовая. Беда шизовая такая, да? Ай. Все плохо. Клип говно вообще полный. Клип вообще параша какая-то. Как бы, не хочу обидеть тех, кто это все делал, но, ребята, девчата, ну, очевидно, это прям очевидно, все очень-очень, как бы, беда, беда, как это беда, дурка, это дурка, я бы так сказал, это прям реально дурка, это дурка просто привет, это салам алейкум, как у нас говорят.
Вот.